Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы приготовим с вами завтрак. Видите, сколько у меня яичек? А это означает, что мы приготовим с вами яйцо Бенедикт. Наипростейшее блюдо, но наивкуснейшее. Его готовят почти в каждом ресторане на завтрак. И сегодня я научу всем хитрости. Поэтому погнали! Для начала поставим топиться сливочное масло. Хороший кусок сливочного масла. И поставим на минимальный огонь. Пускай тушится. Я для своего бенедикта взял чибату. Вы можете использовать круассан, багет, также чибату. Короче, любой хлеб, который вам нравится. Он у меня запекается. Осталось уже запекаться 5 минут. И мой хлеб уже готов. Пока топится сливочное масло, подготовим водяную баню. И также подготовим желтки. Для того, чтобы с нами, точнее для того, чтобы нам с вами не занимать очень много сотейников под водяную баню, под это все, мы сделаем один сотейник, который будет водяная баня и будет наша база для яйца Бенедикт. 3 столовые ложки обычно столового уксуса. Взбиваем наши желтки. Вот мы взбили наш желток. То есть сильно их перебивать не надо, просто их как взбиваем. Вот такая уже кремовая субстанция. Наше яйцо пока поместим в морозильник. Так как получилось, что у меня дома нету ни лимонного, точнее не лимона, ни винного уксуса, поэтому с вами добавим туда чуть-чуть фреша лайма. Много не надо, просто для легкой кислинки. Кто-то еще добавляет туда обычный уксус и не парится. Но мы добавим с вами фреш лайма. Можно сразу присолить. И можно выкладывать, точнее ставить на водяную баню. И здесь должно быть особое внимание, главное, чтобы желток не свернулся, точнее не сварился, а слегка схватился. Смотрите, что у нас с вами получается. Видите, он уже такой кремообразный. После чего тоненькой струйкой вливаем топленое сливочное масло. В него добавим еще чуть-чуть соли, чуть-чуть мексиканца. И тут, ребята, уже что хотите. Можете добавить сечили, можете добавить сырача, можете добавить просто ложку аджики, можете добавить туда... Вообще любой соус, который у вас есть, любая специя, добавляйте и делайте так, как вы хотите. Вот и все. Я добавлю только капельку сечили. А так, любая специя, все в пути, все туда. Теперь проверим наш соус на качество. Видите, соус остается на ложке, то есть он не стекает. Точнее, буду вот так вам показать. Соус остается на ложке, а это значит, что он правильный. Нашу чибату можно уже достать. Пока наша чиба отдыхает, мы с вами подготовим базу. А то есть возьмем шампиньоны. Добавим капельку оливкового масла на сковороду. Чибату я взял ПФ, ну то есть полуфабрикат. То есть я ее доводил именно уже в духовке. Мне кажется, так повкуснее будет. На раскрытую сковороду выкладываем наши грибы. Сразу их слегка присаливаем. И я думаю, можно уже начать варить яйцо пашот. Ставим наше яйцо из морозильника. Разбиваем яйцо в чашку. Самое главное, чтобы наша вода она не сильно кипела, а просто были пузырьки. После чего аккуратно здесь выливаем туда яичко, слегка его помешаем. Ну и все, ребята, и ждем, ждем чуда. Яичко варится примерно 2 минуты. Грибы жарятся, соус готов. Я готов, чтобы начать выкладывать наше блюдо. Ну что, ребята, приступим к выкладке. Пожалуйста, чебату. На нашу чебату выкладываем творожный сыр. Я взял обычный, вы можете брать любой, кто вам нравится. Достанем наш пашот. Я взял балык, вы можете использовать любое мясо, которое вам нравится. Это может быть тамбовский окорок, это может быть панская ветчина, это может быть бекон, это может быть лососось, также это может быть смело.
Ровно одно, ребят. Если вы такой запах приготовите своей второй половине, я вас уверяю, что она будет в восторге просто на все 100 баллов. Выложили наши баллы. Вот еще выкладываем наши грибы. Вот красиво переложим. Сверху положим наше яичко. Польем это соусом. И посыпаем все шафраном. И, ребята, вуаля! Наибомбейший завтрак у вас уже на столе. Всем приятного аппетита!